Ради любви человек готов на самые большие подвиги в своей жизни. О любви написаны целые библиотеки. Это самая интересная и волнующая тема для каждого. В новой книге Михаила Веллера «Любовь и страсть» писатель собрал потрясающие подвиги и ослепительные истории от сотворения мира до наших дней. В арт-клубе «Переплет» сегодня полный аншлаг. В гости к своим читателям приезжает знаменитый, современный, а главное, любимый писатель России Михаил Веллер. Собственной персоной он сходит с телеэкранов и в этот вечер хочет говорить не про политику, а про любовь, причем с философской точки зрения. Любовь отличается просто от взаимной симпатии, взаимного влечения тем, что чувство достигает нерациональной силы, что любящий человек способен абсолютно на любые поступки, на любые, без ограничений, для того, чтобы как-то удовлетворить свое чувство, наоборот, избавиться от него. Для своей новой книги «Любовь и страсть» гроссмейстер современной прозы из сотен и тысяч книг взял 66 сюжетов о самом главном – о любви. Эти истории из лучших произведений мировой литературы. Повествование начинается с рассказа об отношениях Адама и Евы. Причем читателя ждет не пересказ любовных линий, а именно красивая авторская аналитика. Вот эта книжка моя, она, наверное, отличается не совсем литературоведческим подходом, а немножко еще психологическим и философским, потому что в любой великой книге о любви бездна философии и бездна психологии, которые утоплены в подтекст. Вот вытащить из подтекста сущность этих отношений, конечно, было интересно и представлялось полезным. Как утверждает Михаил Веллер, при чтении книг обычный читатель скользит по внешней канве событий, не задумываясь, почему отношения между людьми именно таковы. А отношения эти абсолютно вечные. Сюжетов этих на самом деле ограниченное количество, всего несколько десятков. Меняются только эпохи, меняются герои, меняются обстоятельства, меняется антураж. А суть остается всегда одна и та же. На презентацию любимого автора гости не только приходят посмотреть, а главное – послушать. Вообще мне очень нравится, во-первых, то, как писатель разговаривает, как он излагает свою мысль. Это очень интересно, и мне кажется, это очень развивает, потому что культура речи, она сейчас очень падает. Что меня зацепило, да, вот этот человек думает так, как думаю я. Поэтому мне интересно дальше познакомиться с его творчеством. Путешествие по новой книге увлекает богатыми иллюстрациями лучших мировых творцов. С любовью сделано все. Это чувствуется хотя бы даже потому, что книгу хочется держать в руках и листать. Он умеет философски все преподносить, делать выводы, анализы. И главное, учит оценивать свой личный вес вот каждого человека. Ну, а эта книга, конечно, она и красочное оформление, и вообще и в подарок очень годно будет. Как говорит Михаил Веллер, это его самая лучшая книга в жизни. Согласитесь, ради этого ее хотя бы стоит открыть. Она только о высоком, потому что низкого нам хватает и без книжек.